По предварительным данным, водитель 96-го года рождения, управляя автомобилем Audi A6, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Нивой, отчего отечественный автомобиль опрокинулся. Далее по инерции Audi отбросила на автомобиль Kia и автомобиль ВАЗ-2107, который также опрокинулся, а осколки запчастей отлетели на припаркованный автомобиль Toyota. В результате ДТП 5 автомобилей получили механические повреждения. Пострадали 2 человека. У водителя «Жигули» черепно-мозговая травма, в состоянии средней степени тяжести он был доставлен в приемный покой. Водитель «Шевроле Нива» получил ушибы мягких тканей, от медицинской эвакуации в приемный покой отказался.